Всем привет, меня зовут Коля, и сегодня мы делаем видеообзор на совке Матвеевки. Вот такой полноприводной штучки. Это Mission Bike, который дает копоти по всей Матвеевке. И сейчас мы на нем попробуем выехать. Ну что, попробуем, поехали. Стартуем. Всего лишь три кнопки. Это зеленая вперед, желтая нейтралка и красная назад. Ну что, у нас сегодня идут соревнования здесь. Вот, как бы, и мы начинаем трогаться. Оу! Первое, что хочется сказать, что это такое ощущение, что я какой-то американский тракторист, комбайнер, что ли, в Техасе. Потому что ветер в лицо, свобода, ощущение полного привода, кабриолет. И настоящие свободные штуки. Штучка, значит, имеет автоматическую коробку. Это полный автомат, еще к тому же он и полноприводный. В управлении немного, как по мне, приобщиться можно будет, конечно. Местным рыбакам тоже покажем. Вот, Вань, подними вверх камеру, посмотришь на нас, наведи, посмотришь, как мы со стороны едем. Разверни ее сюда на нас. Вот так вот. Всем привет! Всем привет! С нами Иван. Сегодня мы гоняем на этой штуке. Настроение, конечно, бомба. А сейчас, вот смотри, сейчас будет резкий поворот. И мы сейчас попробуем войти в него на скорости. Посмотрим на эту штуку. Держись, Вань. Ну, кстати, смотри. Мы даже не упали в замок, это круто. Да. На самом деле мы едем между балками. Настроение от этой штуки просто чумовое. Не знаю, насколько меня слышно, но сейчас мы дадим полный форсаж. Давай вперед. Прямо остановимся возле флагов. Это просто супер. Эта вещь выжимается у меня, смотри. Воу, все. Будем останавливаться. Как бы. Вот такая штука, на которой можно проехаться по Матвеевке. Вот такая вот классная у нас была машинка сегодня. Машинка называется Куб-Кадет. Ярко-желтого цвета. В желтой майке лидера. Ну так, катайтесь с нами. Смотрите наши обзоры про всякую технику города Николаева. На рыбалку удобно ездить, на квадроцикле, ребята. Ура! Вырубай.